Анонс и дата выхода второго сезона российского сериала «Проспект обороны». Сюжет сериала настолько закручен, что порой тяжело понять, кто на стороне добра, а кому доверять не стоит. Картина получилась весьма качественной, и это оценили многие зрители телеканала НТВ, которые с нетерпением ожидают продолжения сериала. Дата выхода второго сезона сериала состоится уже весной 2021 года. О возможных изменениях в расписании следите на нашем канале. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имеет логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, в первом сезоне мы увидели, как Денис Астахов является молодым, но уже очень талантливым и амбициозным боксером, у которого есть практически все шансы стать лучшим спортсменом в своем городе. Однако Денис умудряется пропустить столь важное для его боксерской карьеры сражение за заветный чемпионский титул. В итоге Астахову навязчиво намекают, что он все же сможет принять участие в поединке, если даст значительную сумму, проще говоря, взятку, чиновникам из спортивного министерства. Денис не находит ничего лучшего и разумнее, кроме как принять участие в коммерческих и не совсем легальных поединках между боксерами. Судьба была неблагосклонна главному герою, но несмотря ни на что, он остался на стороне правды и справедливости. Он не изменил своим внутренним идеалам. Понравился первый сезон сериала? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!